На самом деле, поэзия – это очень много красивых слов. Если, то есть, я буду очень счастлив, если узнаю когда-нибудь о том, что эти стихи вдохновили кого-то действительно умного сделать что-то действительно полезное. Вот так вот скажем. То есть, возможно, цель поэзии для меня – это вдохновить кого-то. Вот так вот. Перший візит Андрія до Харкова відбувся восени минулого року. Другий раз він завітав до нашого міста у рамках великого туру 1505. У турі два постійних виконавця – це Андрій Орловський та гурт «Казус Бейлі». Твой космічний облик, твоя крепкая сталь, я в тебе нашла оклик, моя печаль, супермодная фея в увлекательном сне. Знай, любовью своею я обязан тебе. Я люблю тебя, но тебя не люблю. Буду я смотреть на твое отражение, принесу домой распадку, налью за эту следы твоего извержения. Тур 1505. Первоначально тур планировался только по Донецку и окрестностям, по Донецку и области. И 1505 это был километраж, первоначальный километраж тура. Но потом подключился Харьков, Киев, тур начал разрастаться и стало около 3000 километров. Вот так вот. Но была уже сделана афиша, все было уже сделано, все уже было распиарено, и поэтому осталось 1505. И автопилот, рассеянность труб. У кожному місті їх підтримують місцеві автори. Цього разу на концерті виступали музикант Євген Стрільцов та поет Павло Мескалін. Будня мовчить, і пісня скрипить піском на зубах, і тільки мінор, і сльози скрипить в одну фразу бар. Вот мы сообщались со Стрельцовым, и вот мы в Харькове, почему бы не взять Стрельцова? А мескалина мы привозили бритвой в Одессу. Мескалин – это просто, это уровень, ну как бы мескалин. И поэтому, когда мы приехали в Харьков, естественно, кто из поэтов может как бы вместе с нами выступить? Ну, мескалин, я его очень люблю, вот так. И вроде они улыбаются, кивают в ответ головами, при встрече тепло обнимаются, и щеки мне жгут губами, и, кажется, руки мне тискают. Трясут горячо и с хохотом, называют меня очень близким им и проклинают шепотом. Ну а я как мишень для дротиков, в пыльном баре дотла жизнь жгу свою. Мне не надо всех ваших наркотиков, я давно ничего не чувствую. Только дерево одиночества проросло на скале души моей, вот и сбылось ее пророчество. Камень древа станет скалы сильней. Два поэты, два музыканты. Один зал та уважні слухачі. Вийшов такий собі вечір сучасної творчості. Молоді автори та їх свіжі ідеї у камерній атмосфері квартирного концерту. Справжній автор ніколи не припиняє шукати. І головне – не потрапити у пастку власної форми ідеальної творчості. Поет становиться культовим, коли він виводить для себе в голові якусь формулу ідеального стиха. Тому що, як відомо, всі зі временем списуються. Ну, там, я не знаю, во всяком случае, человека, который бы не исписался. А почему исписывается? Потому что, как бы, там, в 20 лет находится формула идеального стиха. И на протяжении последующих, там, нескольких лет ты в эту формулу умудряешься вкладывать разный смысл. А последние годы, как бы, идут повторения уже. Вот, то есть, вот это, наверное, единственное пересечение. То есть, я осознаю о том, что где-то существует моя личная формула идеального стиха. Андрій Орловський добре знається на формулах, адже зараз він здобуває освіту математика. Тому поет дуже добре розуміє, що коли ця формула буде знайдена, то сенс у його творчості може зникнути. Зараз поет шукає відповіді на найгостріші питання, що стоять перед ним у житті. Саме це надихає його на пошуки нового і не дає можливості вивести формулу ідеального вірша. Я чувствовал это не раз и уже не два.
Когда от воплей свободы болит голова. Когда какие-то люди выжимают из неба пот. Когда восток врет в глаза, что солнце взойдет вот-вот. Когда все те же стихи нанизываешь на спицы глаз. Когда пожимаешь руку отчаянию явно не в первый раз. Когда уходит любовь, как поезд из Н в Петербург. Ну что ж, когда по стене течет масляной тушью грязный одесский дождь. Глубже всего цепляет то, что вот у него такой как бы достаточно революционный напор. То есть это человек, который, в общем-то, постоянно себя противопоставляет как бы, обществу, в котором он живет, и постоянно кидает ему вызов. От презентации этого мероприятия отказались все крупные масс-медиа Украины. Но, слава богу, есть Катя Галат, Итмин, Даша Иглова, Кита Скворцова, Листы Поэтов, Зазулевич, Максим Волохань, Пиплград.